Жители поселка Бестурангыл в Южном Казахстане получили долгожданный подарок. Им провели питьевую воду. В ауле водопровода никогда не было. К ближайшим водоемам с ведрами и канистрами каждый день ходило не одно поколение. При том, что в соседних селах вода была круглые сутки и без ограничений. Моя коллега Катерина Попкова узнала, почему именно про этот аул коммунальщики забыли. У водопроводной колонки быстро собираются люди. Свои дома жители поселка Бестурангыл покинули по хорошему поводу. Смотрят и глазам не верят. В населенный пункт впервые пришла вода. Она пока не кристально прозрачная, но сельчане довольны. Карпызбай Кудайбергенов 40 лет ждал этого дня. Многие соседи, не выдержав спартанских условий, уехали. Но Аксакал знал, что праздник придет и на его улицу. С первых дней, как появился наш аул, здесь не было питьевой воды. Многие скважины прорубили. Кому-то повезло, и вода пошла нормальная. Но в основном пить невозможно было. Так и жили. Десятилетия эти люди чувствовали себя забытыми. Намечая прокладку водопроводов, чиновники долго обходили этот аул. Он считается небольшим. Всего 24 дома и 2 социальных объекта. Сельчане рассказывают, завистью смотрели на соседние населенные пункты, где водой пользуются круглые сутки. Наконец-то нам дали питьевую воду. Раньше мы выживали, по-другому не скажешь. Шли и набирали из арыка или речки. Отрарский район богат на термальные воды. Только вот пить и готовить на лечебной воде нельзя. Как ни парадоксально, вредно для здоровья. Поэтому здесь приходится искать другие источники, ставить фильтры. В итоге до 2020 года у нас все населенные пункты будут обеспечены водопроводной водой. Основная проблема – определение запасов воды. Вот это сейчас идет задержка. В основном у нас сейчас обеспеченность населения достигла 89% водопроводной водой. Прогнозы местной власти людей пока подбадривают. Говорят, столько ждали, потерпят еще немного. Сейчас 7 населенных пунктов ждут чистую питьевую воду. Катерина Попкова, Ербулат Абишев, Нурмахан Бекмуратов, Южно-Казахстанская область, 24 КЗ.